этот раз купил пропитку специальную для обуви. И что я вам хочу сказать, история повторяется. Тёмыча сигнальчик есть хороший. Идем посмотрим. Это все сделано специально, подстроено, чтобы Сергей снимал интересное видео. Пусть знает, все знают. Друзья, мы попали в снежную бурю. Буквально в секунде. Сильный ветер. В общем, друзья, идем копать дальше. Смотрите, не переключайтесь. Будет интересно. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Ребята, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Вибрались ми покопатися знову по скіфам в такий от замечательный лес. Ходимо, вот такі от сосенки молоді ростуть, коли-то їх тут вырубали старый лес, перепахали и засеяли молодыми соснами, засадили даже, правильнее будет сказать. В общем, ходим, копаемся, есть находочки. Артём, вон за моей спиной ходит, нашел наконечник, и у меня есть тоже находка, сейчас вам покажу. Перед тем, как показать находку, хочется передать привет спилке блогерів Украины Копье. Ребята, вам всем привет. Поділя Захід, Тустань, Полісся ЗТ, каналу «Життя як хобі», отдельный привет. В общем, друзья, смотрим находочку. У Артема тоже какой-то сигнальчик там. Он сегодня в наушниках ходит, поэтому я думаю, что вероятность находок у него сегодня возрастет. Копает. Ладно, смотрим находочку, друзья. Есть наг первый. Первый наконечничек, семечко. У нас сегодня банда 5 человек. Еще Генчик где-то должен подъехать к нам. Ну, наконечник, в общем, что тут рассказывать. Скифский наконечник. Они такие острые иногда бывают, что можно бриться ими. Что там у тебя, Артем? Тишина. Тишина. В общем, друзья, идем копать дальше. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. Окружают меня со всех сторон. Обложили. Тут Тёмыч, там Колян где-то. Он спрятался. Есть у меня находочка, друзья. Есть находочка. Выпал наконечничек. Замечательный. Семечко. Семечко. И Коляныч тоже нашел семечку. Тут такие шипы у него на концах. Капец. Класс. Второй, друзья. Второй наг. Идем дальше искать, смотрите. Топчемся вот в таком вот замечательном лесочке. Ходить приятно. Сухо, ноги не мокнут. В прошлый раз у меня ноги промокли. В этот раз купил пропитку специальную для обуви. И побрызгал, пропитал. Ну, вроде хожу по росе такое, чуть-чуть вон примокло, но не сильно. Ладно, друзья. Идем дальше искать. Сейчас буду вот так вот подниматься на вот этот бугорок и вот это вот все попробую обходить. Смотрите.
У Тёмыча сигнальчик есть хороший. Идем посмотрим. Красавчик, блин, какой классный. Оно. Обломанный один, смотри, видишь? Да. Или может литье такое, даже литье скорее всего такое. Может быть. Видишь, есть еще тут наки. Хороший. Хороший нак. Видишь, вот тут вот оно все в одной куче где-то все и лежит. Почти в одном месте. Ну, разброс находок. Разброс находок. В среднем получается где-то, ну, на метров, в радиусе на метров 30, да, Тёмыч? Да, по-любому 30 метров. Нак, друзья, нак. Держи. Красавчик. Привет. Привет. Всем. Всем. Идем копать дальше. И топчемся мы все на одном и том же месте, друзья. Вот это вот все выхаживали, выхаживали, выхаживали. Вот так вот находки туда тянулись дальше. И вот здесь в этих елках. Так что надо ходить. Надо ходить и выхаживать. Идем искать. Это Тёмыч там сигнальчик копал. У меня есть находочка, друзья. Печальненькая. Наконечник обломанный. Капец, жалко. Вот такой вот. Да. Но все равно находка. Тут ветка вот эта вот. Вот эта вот ветка вот так вот лежала вот здесь вот. Я под нее залез, сигнальчик словил. И вот вам, пожалуйста, находка. Жалко, что обломанный. Жалко. Ладно. Идем дальше искать. Смотрите. Забрался я, друзья, в такие вот елки. И есть у меня фрагмент находочки. Видите? Помните, в одном из видео, в первом по скифам, Тёмыч находил целенькую, это фрагмент шумящей подвески. А у меня вот фрагмент выпал. Пахали здесь, когда садили эти сосны. Пахали здесь это место и, видно, где-то плугами его распахали. Надо сейчас рядышком походить. Возможно, еще есть остальные части. Жалко, убили плугом артефакт. Вот такая вот печалька. Я уже возле машины. Я рад за вас. Я рад за вас, что вы возле машины. Сейчас я иду. Щелкай, щелкай. Сейчас все щелкнем. В общем, друзья, находка. Иду к машине, мы идем обедать. Машина наша где-то там. Идем обедать, в общем, пообедаем и вернемся обратно копать. Смотрите. Иду к машине, друзья, обед у нас. Обед. Сейчас посмотрим, что там у нас на обед. И поговорю с пацанами, где-то они там в разведку ходили. Интересно узнать, что там.
Ну что там, обед у нас? Обед. Что вы, где вы были, Колян, рассказывай. Где там? Кусочек керамики нашли. Я тебе взял. Это, Вадим говорит, что это варган. Может, варган. На тебе. Взял те керамики, чтобы ты сравнил. Это еще не все, Колян. Вот еще. Да мне так много не надо, блядь. Ты сейчас, блядь, какой-то раз. И это еще не все. Вот еще. Смотри, это шинал. Такая. А это не, ну, это черепица современная. Какая черепица? Я ее выкопал. Смотри, это даже подходит со скифского этого. Со скифской ямы. Я там бугор нашел интересный. И, короче, стоит. Любой стороной подходит. Да она. Чуть тоньше, правда. Но это она. А это что, варган или нет? На, я не знаю, я думаю, что это фрагмент какой-то. Я две семечки нашел. Какой-то ерунды. Две семечки нашел, поломал? Одну. Вот это ты, Колян. Ну да, на пробу надо же как-то, блин. Я понял. Покажи семечки. Семена на синяя. На синяя скифов. Скифов, да. Подожди, кусочек еще. Да ладно. Она, видишь, она не... как медная, блин. Не ищи кусочек. Розоватая какая-то, видишь? Это оловянистая бронза просто. Это не медь. Ну, блядь, цвет розоватый, видишь, как у меди. Детей, помни про детей, Колян. Дети, простите. Простите нас, дети. Помни о детях. Ну, я понял. Что у нас там на обед сегодня, Тёмыч? Это все? Да. А что ты хотел? Доставай. Будем кушать. Есть, сейчас я все дам. Друзья, мы пообедали, и что я вам хочу сказать, история ждем повторяется. Тёмыч по рации говорит, ждем сигнальчик. Те, кто смотрит мое видео, наверное, уже догадались, о чем идет речь. Смотрите, Колян, как всегда, забыл лопату. Сейчас мы будем снимать контент. Сейчас у него будет сигнальчик, и он будет бежать искать лопату. Ой. Сейчас. Блин. Тёмыч, прием. Возьми ему подкинь что-то, чтобы быстрее сигнальчик был. Да он далековато уже, 50 метров. Давай его позовем, а то он сейчас далеко уйдет и потом будет бежать обратно. Есть сигнальчик. Есть сигнальчик. Колина, я вообще его не вижу, он так далеко ушел. Просто капец. Коля, где-то, он где-то там вот аж за деревьями. Сейчас будет бежать за лопатой. Сейчас снимем это. Колян! Вот, друзья, и Колянчик чешет за лопатой. Сейчас ему поднесу. Колян! Колян, скажи, как так происходит? Из раза в раз история повторяется. Это я не забываю лопату. Это все сделано специально, подстроено, чтобы Серый снимал интересное видео. Пусть знает, все знают. Блядь. Держи. Зачем это делается? Колян, не забывай больше. А хотя забывай, хоть зрителям будет что смотреть. Охуеть, не знаю, откуда я пришел. Давай, Колян, счастливо. Перебрались мы, друзья, немножко в другое место. Ходим вот сверху по бугру. Есть у меня находочка. Сверху лежала, я ее так чуть поковырял. И это у нас крышечка с люльки. Прикиньте. Крышка с люльки. Сверху вообще лежала. Я думаю, что ее выпахали отсюда. Кто-то давно-давно потерял. Вот такая вот находка. Ладно, берем. Идем искать дальше. Местяк тут интересный. Колян только что выкопал вот там вот где-то наконечник.
Так что будем тут ходить выхаживать. Коля, ты наконечник нашел? Да. Да. Покажешь? Нет. Показывай давай. Давай показывай, зрителям интересно. У меня только семечки вылазят. Ты семечки щелкаешь. А где нашел, скажи? Тут дорога такая идет. Вот там вот, слушай, ну я ж там ходил. Не, ну ты ж не везде ходил. Правильно. Я так забежал, быстренько пробежался и повернул налево и вот туда вот пошел, в ту сторону. Покажи нагнак. Так такой самый, не да все давай близнецы, показывай. Блядь. Близнецы. Я вот смотри, нашел. Видишь? А, крышку офигеть. С люльки. Вот. Открывается? Ну, она спирт. Открылась уже. Ну, они все одинаковые. Сейчас. Это я поломал один. Это ты какой на нашел? Пол. А? Какой нашел сейчас? Я не знаю, они же не все одинаковые. Я понял. Может, я так может. Я думаю, что нам надо двигаться, Колян. А, смотри, с дырочкой вот это. Вот это с дырочкой нашел? А я не видел, что такое с дырочкой. Видишь, с дырочкой. Ага. Я с дыркой не находил. Я думаю, что нам надо смещаться вот так вот по этому бугру, вот туда идти в лес. Вот в этот. Да, сейчас еще один наг выкопаю. Ну, давай, давай. Я даже... Нет, здесь... там не наг. Там не наг? Ладно. Идем копаться дальше. Смотрите. Есть сигнальчик, друзья. Сейчас копнем, посмотрим, что есть, друзья, наконечник. Наконечничек. Семечко, Тёмыч. Смотрите. Семечко, наконечник. И Артём только что выкопал. Кстати. Вот он вот ходит. Выкопал наконечник. И у меня есть. Класс. Класс. Очередной наг. Берем. Берем. Идем дальше искать. Смотрите. Поменяли мы, друзья, место поиска. Это Артём там ходит, ищет ямку, где он выкопал эту колечко с позолотой. А у меня есть находочка. Смотрите. Наконечник вылез. Семечко. Прикольно. С дырочкой. Прикольно. Кончик, правда, обломанный. Но ничего. Сейчас будем здесь крутиться в этом месте. Потому что вот здесь вот где-то я выкопал витую бронзовую штучку. Сейчас походим, поищем, в общем. Будут какие-то находки, вы все увидите. Смотрите. Сигнальчик, друзья. Я что-то себе думаю, что это наконечник.
А не, не наконечник, прикинь. Какая-то штучка. Блямба. Блямба, блямба. Где она делась? Профтыкал. Прикинь, обила как наконечник. Да, и у меня. Да, кусок дроби свинцовой. Да. Ничего, идем дальше искать. Выпал мне патрон, друзья. Я его вот разобрал и обезвредил. Сейчас подожжем порох. Подожжем. О, красота какая. Смотри, как горит, Тёмыч. Вот и все. Вот и все. Пулю и гильзу заберем. Идем копать. Ходим здесь вот такие места. Чуть подзаросли, конечно. Но надо ходить. Вырубочка. Перепахали и засадили елками. Соснами молодыми, вернее. Будем ходить искать, друзья. Время еще у нас есть. Еще солнце высоко. Так что идем искать. Вон машина наша стоит, Тёмыч ходит, и я тут рядышком топчусь по вот такой вот вырубочке. Есть находочка, друзья. Есть находочка. Офигенный наконечник. Просто сказка. Уже не семочка. Не семочка, Тёмыч, а такой классный. С перегородками. Тоже что-то нашел. Сейчас я к тебе приду. Покажу тебе свою находку. И посмотрю твою. Надо тут потоптаться. Мы тут почти не ходили. Видишь, и керамика есть. Только что кусочек нашел. Так что надо тут походить. Такие сосенки, видите, посадили молодые. Зацени находочку. О, красавец. Кайфовый. О, ты вилку нашел? Кстати, да, может быть. Это ихняя вилка. Я железные такие находил. Класс. Клевый. Такой сигнал был, знаешь. Ну, вообще, я думал, какой-то мусор какой-то. И видишь тоже вот эти вот. Да, насечки. Перегородки. Один язычок отломанный. Жаль. Очень жаль. Это не я его случайно отломал? Не, не я. Находка, друзья, кайфовая. Будем ходить крутиться. Такие камни. Смотри, какой-то как... Смотри, какой камень. Видишь? Какой-то как под 90 градусов. Затертый. Прикольный. Ладно, друзья, идем дальше искать, смотрите. Что, друзья, копаем мы тут с Тёмычем на вырубочке. Вон он там сзади где-то. Вон он. И наблюдаем такую картину. Вот там вот тянет такую здоровенную тучу, что просто капец. Как бы нам успеть с этого леса выехать еще? Потому что дорожка там... Не очень хорошенькая. Можем так подсесть, что будем копаться до утра. В общем, будем мы заканчивать наш сегодняшний коп. Походили, покопали. Ну,
отлично накопали, я вам скажу. Конечно, не так много, как в прошлый раз, но тем не менее находки у нас есть. О, уже какой-то снежок пролетает. Ветер куда-то поднимается, надо по-быстрому валить. В общем, подводим итоги сегодняшнего копа. Все на тех же местах, куча пропущенных сигналов. Накопали, ну опять накопали, опять же на тех же местах, опять же между яма где-то. Так что я вам могу с полной уверенностью сказать, что, друзья, выбитых мест не бывает. Давайте посмотрим находочки. Друзья, снежная буря просто, смотрите, что творится. Просто сейчас ветер пошел со всех сторон, и сейчас нас тут как навернет. О, пошла жара. Смотрим находочки, друзья. Значит, находочки. 6 наконечников я нашел. Кайфовые. Град, смотрите, идет. Блин, тупо град валит. Значит, 6 наконечников. Крышечка с люльки и фрагмент шумящей подвески. Вот такие вот находки. Друзья, будем сваливать, потому что просто жесть начинается. Смотрите, что творится. Просто капец. Смотрите, аж волнами идет. Все, бегу к машине. Тёмыч пошел. Буду его догонять. Друзья, мы попали в снежную бурю. Такое творится, просто жесть. Снег. Прям в секунде. Не было. Сначала сильный ветер. Как подул. Сейчас я к вам развернусь. Друзья, мы попали в снежную бурю. Буквально в секунде. Сильный ветер. И повалил крупистый снег. Такой, что просто капец. Такое творится. Сейчас будем побыстречку собираться и сваливать. Посмотрите, что творится вокруг. Просто жесть. Метет. Метет так. Была нормальная погода еще полчаса назад. Бегу, друзья, к машине. Погода поменялась прям как в горах. Обычно в горах меняется быстро погода. Засыпает объектив снегом. Успеть добежать. Вон Колян бежит. Все пацаны уже возле машины. Все, друзья, я погнал. Будем собираться. Доехать домой. Как вам снежная буря? Жесть просто, да? Жесть. Ну это разве будет так? Пока. Детский сад, да? Что, друзья, еще хочется сказать. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще в этом году экспедиции, интересные экспедиции. Так что еще мы с вами увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока!